Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет веселый трешечок на новой силе с новым титулом. Будем бегать на битве гильдии, сливаться, я думаю, не знаю, вряд ли мы сольемся, потому что у нас нету топовых сегодня персонажей на битве гильдии, скажем так, нету топовых расстановок, поэтому у нас сегодня тест будет интересной прокачки. Многие просили, наконец-то я добрался до него. Это будет вот такой вот ронин. 9-9 ожива, будет два раза он у нас резаться, рунами у нас будет стоять ожог 8, то есть по сути это аналог старого нашего Ронина с оживой, только он будет два раза резаться. Единственный вариант, его может просто под молчанкой попасть и слить, если будет зеленый смотритель, либо молчанку кто-то наложит. Хранитель леса по снаряге. Я уже показывал, тут уклонение плюс жизнь, этого вполне хватает, по крайней мере всегда хватало. Надеюсь, кто-то будет заточен на битве гильдии на точности, и мы сможем уже там посмотреть, если мы, конечно, найдем кого-то 320. Заодно посмотрим, сколько мы на 300-ках наберем. Ну, практически в два раза больше силы. Так, 431, окей, поехали, посмотрим сразу на него, что тут есть. Фрея. Так, Анубис у нас там что делает? Отдыхает. Ну, поехали, попробуем сразу же через Фрея. Вот смотрите, сколько мой смотритель сносит вражеским героям жизни. Самое интересное, посмотреть, сможем ли мы. Это Ронин очень жесткий получился. Сразу же минуснул Некроса. Вот самое главное нам сейчас. Ай-яй-яй, успел. А так бы еще и Фраю слили бы. А слили бы Фраю, думаю, до всех бы добежали. Но пока его ни разу не слили, в принципе, в атоме плюс. Самое интересное это протестить. Так, ну почти разок попали. Не, все-таки не слили. Вот там у кого-то, наверное, скорее всего, ворожей с огненкой. Я смотрю, так Ронин сливается очень добротно. Все, 88%. Ну, такое, в принципе. Что-то ожидалось получше. Будет все. Ну тут, конечно, уже. Ну, в принципе, бегать можно, я вам скажу. И интересный вариант, надо будет его потестить на атаке фортов. На этой неделе она должна быть. Надеюсь, сможем там тестануть. Поехали дальше. 390. Такая же расстановочка. Вот есть хранитель Анубис. Так, стрелок, Фрей нет. Ну, поехали вот так вот закинем его. Пусть сразу же в центр бежит. Вот смотрите, как смотритель слил жизни. Офигеть. Сейчас, если мы вот смотритель зарядится, еще раз так глупнет под молчанкой. Нормально так он считает. Давай, Ронька, надо их наказать. Ай, ворожай включился. Ну, попадают. Уже 50% сделал. Так, вот треснулся разор. У него получается отхила маловато. Если ставить ожог плюс выживание, вариант намного, мне кажется, лучше. Ну, такой вариант, конечно, где вы возьмете 8-й ожог. Так, на ком-то там отражалка стоит. Опять же, видите, сливается очень часто. Получается, у нас отхила только смотритель и все. Отхила у нас плоховато получается. Ну, в принципе, бегать можно как вариант. Почему бы и нет? Ну, вот и все. Плюс Лазуликс и вся битва гильдий. Надеюсь, нам попадутся хоть как-то топы. Можно будет максимум выжить.
600к. Так. 370. 380. Значит, бьем этого. Так, ну поехали. Кидаем его сразу сюда. Блин, я, конечно, в шоке со смотрителей. Это просто жесть, что они делают. Ну, вообще идеальный вариант на фрейм. Так, сейчас мы, конечно, побежим. Будем сливаться еще быстрее. Потому что тут у нас Асура есть, на котором отражалочка. Уже 50% набили. 60. Так, ну что, успеем? Как думаете, успеет долететь? Вот так вот даже, видите, включился и слился сразу же под, как ее там, ослеплением. Так, ну давай, Фрейка. Вот сейчас Фрейи будут голубь бить. Смотрите, что Командора делает. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Ну, Командора красавчик. Добила именно там, где надо. Так, пробуем седну, кидаем. Такое, в общем, неинтересно. Ну, как бы, Ронин, не знаю, хватает даже такой сборки, правда, опять же, для бездоната это нереально, потому что, во-первых, девятые камни для прокачки, во-вторых, ожог, поэтому самый оптимальный, по-моему, вариант это ожог ставить талантом, рунами выживания, будет вам счастье. Все топы так проходятся, в принципе. Тут как бы более интерес, будет выживать или нет, но, честно скажу, мне что-то вариант с ожогом девятым больше нравится намного. Даже рунами ожога все равно как-то смотрится поувереннее. Ой, случайно командору выбросил. Командора, не убивай их. Не надо. Ничего себе. Вот это жестики. Что, все? Так, сейчас мы пойдем его потестируем просто в рейде или в топе посмотрим, у кого-то топа может кто-то есть, там будет, думаю, поинтереснее на него посмотреть. Давайте еще этого завалим. Так, что тут у нас интересного есть? Ничего интересного нет. Может, этот нас сможет слить? В принципе, ворожай. Через ворожай, через... Вот смотрите, как вообще огонь. Опять же, у кого-то стоит отражалочка и довольно-таки неплохо она работает, я вам скажу. Сейчас все герои в разбросике и здания. Сейчас можем вполне слиться, если, конечно же, Родин не набьет там процентов. Ну, нормально по башенкам попал, чуть-чуть не добил. Так, ну чё, откуда зайдем, ждем, сейчас фрейс упадет. Кстати, можно вот так вот сделать, подозвать сюда этих голубей, конечно, если мы успеем. Я не успели, к сожалению. Так, отлично, давайте где-то так. Вот так вот выкинем. 90%. Нифига себе, ну все тут. Без вариантов даже. Я думал, все-таки сольемся и будет поинтереснее, но увы.
Что мы имеем на 300-ках? 5,869. Ну, в принципе, довольно-таки интересный результат получился. Сейчас посмотрим, что у нас вообще по битве гильдий. И у меня понабирали мои 369, 4400. 1500 почти разница получается. 4000. 4. Да, 1500 где-то. Четырехсотка не бегал. А у меня еще старые силы, я не перезаходил, показывает. Вот так вот. Так, ну поехали еще посмотрим по топу. Специально нападем на какого-то топа. Интересно посмотреть, что он покажет из себя в рейде. Вот есть топ 10. Мне не дает. К сожалению, не дает. Да блин. Так неинтересно. Печаль, печаль, печаль. Что ж такое-то? О, отлично. Так, ну, в принципе, довольно-таки интересная расстановочка. Но побежим мы, конечно же, через Нубиса. С воодушками героя. Интересно. Ну, смотрите, просто тупо стычки слил. А, смотрите, что стоит. Лазулик стоит. Ну, попадает. Будет сейчас оно без попадать. Он, конечно, будет сливать. Но я думаю... Посмотрим. Ну, вроде живет нормально. На битве гильдии, кстати, как-то странно. Там были послабее противники, но... Ну вот все, 78%. Ну, в принципе, терпимо, я вам скажу. Даже очень. В принципе, проходится. Давайте еще на Дани нападем. Посмотрим, что у нее тут с Растой творится. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же я не взял. Оп. Попрактикуемся. Так, смотритель ударил. Ну, получше уже. Выдерживают урон они. Ой, отлично, Фрейка. Да вообще супер. Конечно, если бы... Вот сейчас голубь должен... Ай, не подлетел. Надо было чуть-чуть раньше, чтобы он переагрелся. Вот, отлично. Смотрите, что можно делать. Ай-яй-яй, все равно побежал на этого, на Асуру. Не получится у нас побегать по всему этому. Вот тоже 85% вы кидаете. Конечно, я немножко неудачно выбросил, но, в принципе, должно хватить. Сейчас он должен еще раз ударить. То же самое. В общем, такая вот, ребят, сборочка. В принципе, смотрится довольно-таки неплохо, не знаю... Относительно, конечно, все-таки ожог получше будет, плюс утикаха, например, потому что есть отражалки, либо выживание. Но такой вариант, в принципе, тоже можно с ожогом использовать. Ну,
Не знаю, он не особо топовый, но как вариант можно. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как всегда, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.